Как сделать жизнь семьи, в которой растет особый ребенок, нормальной? В Брянске прошел круглый стол, на котором руководители общественных организаций и представители властных структур региона обсудили проблему социализации детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития. Проект развития поддержки семей с особыми детьми в областном центре стартовал в апреле этого года. Тогда обучающий семинар для брянских специалистов провели представители Московского центра лечебной педагогики. Специалисты поставили перед собой непростую задачу – сделать существование особого ребенка, а потом уже и взрослого, в обществе возможным и максимально комфортным. Это был первый семинар, первый визит. Было много людей, которые поучаствовали, больше 60 человек. И было видно, что люди заинтересованы, но мы с некоторыми родителями уже познакомились, поняли, что есть вопросы, не вся помощь, которую должны были бы дети получить, они на сегодня могли бы получить в городе. И мы тогда решили, что мы приедем еще раз для того, чтобы уже встретиться более подробно с родителями, с общественными организациями и, вот наш, и с чиновниками, с теми людьми, которые решают реально судьбу этих детей. Центр лечебной педагогики помогает семьям с особыми детьми во многих регионах России. В Брянске инициатором масштабного проекта стало российское представительство компании «Флиткор» «Петрол плюс регион». На первом семинаре была запланирована следующая встреча уже с представителями общественных организаций и чиновниками. Вся программа рассчитана на 3 дня. За это время специалисты Московского центра проводят встречи с семьями, семинары для специалистов и работают с родителями особых детей. Мы себя позиционируем как компания достаточно молодая на брянском рынке. Мы знаем, как достигать успеха в бизнесе, как реализовать свои бизнес-идеи, да? И, естественно, нам хотелось бы принимать участие и в социальных каких-то вопросах, которые волнуют сейчас всех, особенно то, что касается с детьми. Руководством компании было принято решение о развитии этих проектов. Это не последний проект, который мы будем реализовывать. Более того, уже планируя свои будущие расходы на 2014 год, мы заложили определенные статьи, да, которые будут направлены на поддержку определенных социальных проектов. В обсуждении проблемы социализации детей с нарушениями развития за круглым столом приняли участие не только представители общественных организаций, но и работники образования, здравоохранения и представители Брянской общественной палаты. Главная цель встречи – оказать максимально эффективную помощь особым детям. А сделать это можно, только объединив все усилия неравнодушных.